Что-то зачастило в перископ. Всем привет. Так, первое красное сердечко. О, обожаю, когда идут много сердечек. Отлично. Ну что? Привет, Москва. Ой, сколько девчонок симпатичных. Прикольно. Так, первый вопрос. Самый умный вопрос. Вы транс? Нет. Так, здравствуйте. Чат просто ты читаешь. Ну да, здесь идет как чат, и, соответственно, все, кто подписаны, те, кто имеет время, присоединяются. Привет из Бердичева, Херсона. Саня, сколько вешу? 119. Привет из Кирова, Украины, Казани и 119? Краснодара. Да, я 119 вешу. Уже 119? Москва тебя любит, ты клевый. Спасибо, аватарка у вас красивая. Так, привет из Осетии. Привет, Осетия. Привет, Смоленск, Рига. Какой рост? Рост 182. Такая здесь они задают вопросы, а я отвечаю. Показать педикюрчик. А еще мы только в процессе нашего педикюрчика. Вот так вот выглядит педикюрчик. Вот. Так, переключаю обратно на себя. Кроссфитер. Кроссфитер люблю. А, цвет выбрали? Да, цвет будет такой же, как на руках. Какой он? По-моему, вишневый. Ты пожарный? Мне всякие вопросы в жизни задавали, а такого нет. Смотря что тушить. Так. Саша, есть где-нибудь твое фото без тату глаз? Да, где-то у меня, по-моему, ВКонтакте есть. Не прокусываю ли я свою жену? Нет, не везде прокусываю. Так. Как Мася? Мася хорошо на работе. Зачем мне красить ногти? Ну, потому что крашеные ногти мне нравятся больше, чем некрашеные. Я же мужик, нет. Мужики живут в деревне, они вообще не задумываются о том, какая форма у них ногти и какого цвета. Так что в этом плане, наверное, не мужик. Живу ли в Москве? Нет, живу в Санкт-Петербурге. Сколько жим? Пока немножко. Что-то у вас вопросы все однотипные. Надо уже что-нибудь готовить. Борщ по вашему рецепту, он крутой. Да, на самом деле он не просто крутой, а это фитнес-борщ. И можно заменять несколько приемов пищи, и он катит реально неплохо. Кем работает Мася? Мася работает директором учебного центра по перманенту. Как дела? Да шикарно дела. В середине рабочей недели провести полдня на педикюре, самое то. Так, какой у меня пол? В паспорте написано мужской, да? Нормально ли мужчине красить ногти? Ну, не знаю. Судя по тому, что многим мужчинам нормально не менять носки, одежду и обувь, и в зале к лету начинают все вонять, то я думаю, что лучше, наверное, красить ногти. Что за учебный центр? По перманенту. Так. Бриллиант в ухе? Да, Маська вчера подарила. Как погода в Питере? Сегодня шикарно. Что-то около 15 градусов. Как отношусь к шилу? Нормально отношусь к шилу. Сколько лет у меня перманент? С 2007 года. Но, как видите, я его частично подвыжег. Сейчас краска сойдет, потом еще раз подсожжем. И потом уже будем делать более интересный и более большой перманент. Так, что тут? По фармакологии не консультирую, можете даже не писать. Как относится к тому, что религия не дает добро на изменение тела? Ну, знаете, трактование религии можно быть абсолютно разным. Я вообще против религии, уж если на то пошло. Вера и религия совсем не одно и то же. Так, какой-то тут хейтер спрашивает, драчу ли я. Как мне в школе говорили мои друзья, мужчины делятся на две категории. Которые дрочат и которые не сознаются, что они дрочат. Собственно, наверное, так, да? Где буду доделать перманент? Я думаю, что будет переделать его Виктория Александровна Томашевская. Посмотрите, она у нас известная леди. Зачем колоться, если не выступаешь по ББ? По-вашему, только ради соревнований люди что-то делают? Так, стоп, это мужчина или женщина? А вам как больше хочется? Мы с женой хорошие. Это да, спасибо вам. Для чего пить женщинам БЦА? Чтобы предотвратить катаболизм, вы же не будете постоянно хавать куриные грудки, рыбку и тому подобное. Гораздо проще съесть БЦА, и, соответственно, ваши мышцы будут находиться в тонусе. Так. Так, what kind of monster are you? No, I'm no monster. I'm people. Планируем ли мы детей? Нет, детей мы не планируем, по крайней мере, пока. А во что вы верите? Вы хотите, чтобы я вместил маленькую 10-минутную трансляцию мои понимания о вере и мироздании? Ботса проще в капельницу бахать. Но если вам нравится гонять по вене, то, наверное, да. Как отношусь к теории эволюции? Как к одной из теорий, ни больше, ни меньше.
Сколько детей хотите? Пока не хотим. Так, чем закончилась история с приемкой, где тебя приняли со стероидами? Она закончилась судом. Не щекотно делать педикюр? У меня мастер хороший, поэтому не щекотно. Так, характер вроде манеры мужские, значит хороший мужик. Ну, кстати, хорошая логика, спасибо. А больно выжигать перманент? Для этого есть хорошая мазь, называется Доктор Фрост. И она достаточно хорошо и жестко обезболивает. Зачем крашу глаза? Они не покрашены. Больно ли делать татуировку с фростом? Гораздо лучше делать, что такое перманент татуировка. Что советуешь при межпозвоночной грыже? Слишком много всего может быть при межпозвоночной грыже. Какая реакция священников на вас? Если священник действительно находится в том состоянии, которого он достоин, то абсолютно нормальная реакция. Что ж вы все меня про детей-то спрашиваете? Что с моим лицом? Что с ним не так? Оно просто несколько другое. Так, как можно набрать массу? Правильно питаться. Сколько раз был в реальной качалке? Один, просто Мишка разбил на два выпуска, это было давно. Даю ли индивидуальные консультации? Да, обращайтесь к Евгению Хайтовичу. Евгений Хайтович, ВК. Дали мне срок или штраф? Дали мне штраф. Где последний раз отдыхали? В Таллине, совершенно недавно, на мой день рождения. Сколько раз в неделю можно трахаться? Сколько сил есть? Надо же, какой хороший вопрос. Почему ты первый у Кокляева? Что значит я первый у Кокляева? Я, по-моему, да, это какой-то совсем неоднозначный вопрос. А ты в курсе, что РПЦ все в деньгах погрязло? РПЦ может быть погрязно, а я общаюсь с одним священником, с которым мне интересно, к которому я отношусь как к другу. Так, что у нас? Буду ли я вставлять импланты в грудь? Нет. Какие еще будут проекты от меня? Смотрите, очень скоро будет интервью. Сколько стоит консультация? Сколько стоит консультация? Обращайтесь к Евгению Хайтовичу, в зависимости от того, какая объемная вам нужна консультация, там будет все рассказано. Как я отношусь к сетевому бизнесу NRJD? Как к любому сетевому бизнесу, он процветает уже много лет во многих странах. Вы себе не представляете, насколько сильно он процветает. Сколько стоит персональная тренировка? 2000 рублей. Вот. А из проектов, да, приезжает наша любимая сыра подружка. Она будет у меня брать интервью. Мы разобьем его, скорее всего, на 4, может быть, 5 частей. И там будет все о моей личной жизни. Даешь наркоту на релиз. Вы, наверное, не туда позвонили. Вам в ГНК надо. Они дают наркоту на релиз сразу вместе со сроком. Так. Почему он так выглядит? Кстати, вы заметили, что вы пишете мне? Он, в смысле, я так выглядит, потому что ему, ну, то есть он так нравится. Будем ли продолжать мужской лайф-канал? Да, Антонио приехал с Таиланда, и, наверное, будем. Почему решил изменить внешность? Чтобы ко мне все не приставали. Так, вы бы занялись бы сетевым бизнесом? Нет. Почему? Потому что это не по мне. Спрашивают, не поцеловал ли я пылесос. Хорошая шутка. Так, в детстве какое было хобби? Я, честно говоря, не помню детство. Почему из задницы не убрал силикон? А меня мой силикончик в моей попе устраивает. Менял ли я нос? Менял. По поводу деток. Нет, мы не собираемся обзаводиться детками пока. Меня с наркотой по телеку показывали. Нет, меня не с наркотой по телеку показывали, а с БЦАшками. А то, что весь белый порошок привязан к наркоте, так это уже испорченное мнение сотрудников ГНК. Ну и телевизионщиков, которые любят что-нибудь горяченькое. Так. Так, очень крутой чувак, необычный, но умный. Спасибо. Неправда, ты говоришь, что женский образ тебе больше нравится. Ну, так я и сейчас говорю, что женщины тело более совершенное, чем мужчины. Вы попробуйте, разденьте мужчин, заставьте их пройтись по сцене. И женщин. Вы на кого будете смотреть с большим удовольствием? На мужчин или на женщин? Вот и я смотрю больше на женщин. Так что мужское тело не такое красивое, как женское. Вот такая, собственно, у меня логика. Вам как? Люблю ли я кошек? Люблю. Здесь есть кошка одна, но она что-то пока смотрит в зеркало. Ты гомосексуалист или натурал? Я натурал, но мой ответ вас все равно не устроит. Вам нужны, наверное, доказательства. А с доказательствами тут ведь как? Как вы хотите воспринять? Так, ты смотришь на свое дело? Конечно, смотрю. У меня вся квартира в зеркалах. Так, кто по образованию? Финансовый менеджер. Когда в Казахстан? Не знаю. Обязательно пить омегу для суставов добавки. Да я думаю, что если у вас правильное более-менее питание, то нет.
Потому что мы мужики, а мы им нравимся. А, ну это нормальная мужская логика. То есть вы считаете, что такая девушка красиво оделась, юбочку, а топик она оделась специально, чтобы вы ее захотели, да? То есть она не для себя одевалась, а для вас. А вы, мужики, ничего не должны делать, потому что вы женщинам нравитесь и так. Вот такая логика мне нравится. Так. Смотрю ли «Игру престолов»? Нет, телек не смотрю. Интернетом я пользуюсь только когда сам что-либо записываю. Да губы больше не уменьшаются. Мой доктор уже пробовал, не получается. Мне уже 15 раз задает парень, лежу ли я письку у жены. Вот у меня тоже такая реакция, я даже не знаю, что ответить человеку. Обескураживает. По поводу интимной жизни и всего остального я комментариев не даю. Как познакомились с женой? Скоро будет интервью. 2 мая мы будем его записывать, и значит, в первой декаде мая выйдет полная серия о том, как мы познакомились с Ирой, какая была прежняя жизнь у Иры до меня и какая была у меня жизнь до нее. Сколько мне лет? Больше 18. Как я рад тебя в перископе видеть. Спасибо. Так, ну что? Хорошо, сегодня трансляция не висит. Вчера наш роутер, блин, просто забодал. Мы его несколько раз переключали, и он постоянно висел. Маська подарила вчера подарочки, я решил всем показать, похвастаться. Ничего из этого нормального не вышло. Если машина есть. Opel. Какого цвета лак? Семерочка. Вишневый. Так. Кто больше зарабатывает, вы или ваша жена? Ну, вообще я. Жена не обязательно, что вы ее косметику берете. Да и практически не беру косметику, у меня все татуировка. Работал ли на других работах? Да, работал. Зачем так уродовать все лицо? Ну, в моем понимании, когда человек с бородой, он уродует лицо. Да? Мы же не обезьяны. Сколько у тебя свободного времени от тренировок? Да практически мало. То есть, если не считать вот педикюр и маникюр, то у меня около 12 часов работы каждый день, кроме выходных. В связи с чем такой образ? С тем, что я живу, как мне нравится. Так, черный цвет ногтей не нравится. Почему? Время тренинга нравится. Только что было, вот сейчас мы его убрали. Знаешь, где можно взять был грифы, елейка или лейка? Нет, честно говоря, не знаю, но ребята, те, кто занимается тяжелой атлетикой, где-то достают. В чем польза еды? Что такое еды? Показать педикюр мы еще не доделали, сейчас мы докрасим и покажем, что получилось. Так. Какие кайфовые, в каком магазине одеваюсь. Слушайте, начинаем шить одежду на заказ, а так пока ходим в галерею, у нас в Санкт-Петербурге, не всегда находим что-то интересное, но бывает. В каком городе мечтаем жить с Масей? Мы же не хотим жить в городе, мы хотим жить за городом, это Пунта-Кана. За сколько делал куки? Не знаю за сколько, наверное, за несколько, потому что у друга своя клиника. Саня, почему, когда в Челябинске был, подписчиков не собрал? Почему? С некоторыми встретились. А с кем мы встретились? С директором пивоваренной фабрики встретились. Много Мишкиных друзей со мной встретилось. Собственно, так. Хотел бы я уехать из России? Пока нет. А в будущем посмотрим, что будет. Пропорции белков, жиров, углеводов для женщин. Сниму об этом ролик, чтобы более подробно сказать. Хотя мы затрагивали эту тему и в журнале для девушек, и еще в нескольких. Нет, это не тень, это татуировка, к тому же уже выжжена. Видите, кровоподтеки такие, частично идут такие. Будет встреча кем-нибудь в Москве. Слушайте, едем к Насте Шарко, к ее папе знакомиться. Наверное, с Наташей Кузнецовой встретимся, бывшей Трухиной. А там дальше посмотрим. Был ли на Нудистском пляже? Нет, не был. Так. Рост, вес. 182, 118. Как выбрать джинсы, если любые ляжки здоровые, потом джинсы протираются? Собственно, вот так я и перешел на женскую одежду. Потому что все джинсы через месяц-два перетираются, как и остальные штаны. А лосины нет. Журнал для девушек на YouTube. Да, называется «Лайв журнал для девушек». Там 5 или 6 частей. Это можно исправить или на всю жизнь? И это уже выжженная версия, так что она частично исправляется. А так, в общем, на всю жизнь. Кто в политике вам нравится? Никто, если политика не моя. Почему я такой? Так бывает. Ты втираешь мне какую-то дичь. Да нет, не втираю. Так, подряд несколько вопросов. Ты гей? Нет, не гей. Делали щеки? Так наживал. Так, Саш, Аня, ты готова на бикини? Она тоже за каждую тренировку платила 2000. Значит, что у вас за вопросы такие? Вы, Аня, пишите в личку. Тренировал, а не я. Так, дети пугаются на улице при встрече? Нет, дети на самом деле радуются.
Дети воспринимают все гораздо более чисто и открыто, нежели чем люди, у которых уже сформировались стереотипы и проблемное мышление общественное. Есть татуировки? Есть. Такие по всему телу, видите? Мед меня не посадили. Делаю ли я депиляцию? Но так я покрыт татуировкой, то депиляцию я делаю только на лице сейчас и еще кое-где. Вот. Покажи свои одежды. Я не у себя дома. А моя одежда вон простая. Лосинки, маечка. Сейчас ты стал похож на весельчака У с третьей планеты. Да идите вы в задницу, это свет так падает. Больно ли делать тату? Да, больно. Нормально приседать с имплантами. Шикарно, вообще не проблема. Я татарин? Не знаю, но моего отца отец во время Великой Отечественной войны погиб, поэтому неизвестно, кто он был по национальности. Показать попу в лосинах. Блин, так, извини за вопрос, просто интересно было, как Аню найти. На YouTube-канале есть несколько видео с Аней, и там точно в комментариях кто-то уже из ее поклонников написал несколько раз ссылку на ее страницу в ВК. Так что я думаю, вот так ее можно найти. Вот я и урод написал человеку, у которого нет аватарки. Такое страшное, что аватарка сгорела, что ли? Братья и сестры есть? Брат есть? Практически нет. Мы не общаемся, потому что у меня своя жизнь, а у них своя. Ношу крест. Крест обычно ношу, но сейчас он висит на иконке дома. Увеличивал ли я член? Нет, не увеличивал. Меня устраивает и так. Иначе в стринге не поместится, а я люблю стринги. Юрий Спускотский нормальный человек. Юрка очень интересный и этичный человек, да. Своеобразный, но интересный. Спросите Масю ее самое заветное желание. Я уже знаю ее самое заветное желание. То чувство, когда знал Аню еще лифтером. Саня, ты, конечно, красавчик, но неужели ты не скучаешь иногда по прежней внешности? Я ее на самом деле даже не помню. Это вы собираете где-то в интернете информацию, а я живу сегодняшним днем, а не вчерашним. А сколько часов в день спите? 8. Разве внешность так важна? Видно, что человек добрый. И это да. Нравятся фильмы по комиксам? Ну, Марвел смотрю, но не все. Так. Куда хочешь полететь отдыхать? Ну, у нас распланирован Амстердам на Масе на день рождения. У Маси день рождения 30 мая. Летом еще куда-то выберемся в Европу, и потом, наверное, все, только в декабре в Таиланд. А есть ли время на чтение книг? Нет. Да и желания на самом деле нет. Почему Мася? Потому что она масенькая. Раз она масенькая, значит, она Мася. Вы очень добрый и позитивный, да? А позитивность в нашем мире – это, наверное, самая приятная вещь. Когда встречаешь людей с улыбкой и сам улыбаешься. Ты добрый, блин. Но то, что ты делаешь, не по-мужски. Ну, у каждого свое понимание, что такое мужчина, что такое нет. Так. Был ли в Сочи? Нет, в Сочи не был. Как похудеть? Смотрите на лайв-канале у меня или смотрите на основном канале. Так. В Амстердаме не снимай на камеру. Ой, ну что такое? Не, мы не собираемся. Мы на самом деле очень хотим погулять, посмотреть тюльпаны. А, вот. Ну и вообще посмотрите, что в Европе. Я в Европе почти не был. Так. Как отношусь к Шилову? Мы лично не знакомы, поэтому не могу сказать, но Леня, который был в Таиланде, помогал нам на тайских каникулах, он друг Шилова, соответственно, отзывался о нем положительно. Так что, думаю, хороший человек. У тебя бизнес в какой сфере? В сфере спортивных тренировок. В основном работаю с девчонками. Что в моем понимании мужчина? Я очень сниму поэтому на YouTube ролик и выложу его, чем каждый раз повторять. На глазах не тень, а татуировка. Какой самый экстрим был в жизни? Кроме прыжков с парашютом. И да, даже не знаю, какой был экстрим в жизни. Зачем глаза накрасил? Покажи жену. Я не у себя дома, чтобы показать жену. У меня только мастер по педикюру здесь и маникюру есть. Давно ли изменил внешность? Начал менять с 2006. 19 февраля 2006 года началась моя первая татуировка. Кто тебя вдохновлял в бодибилдинге? Ну, наверное, в самое доброе время, как и всех, наш старый добрый Арни. Можно ли девушке есть сложные углеводы во второй половине дня? Можно. Просто нужно объем понимать. В тайной зиму нет, только дней на 20, наверное, получается. Мне нравятся ваши зубы. Спасибо. Так. Канал Оли Синто? Нет, никого. Какая марка авто? К сожалению, Opel. BMW вышел на ремонт квартиры. Накачанные у меня губы. Нет, не накачанные, они свои. Если дети, детей нет. Что за вопрос пожарный? Я что-то пропустил, может быть, это сленг такой. Что такое пожарный? В моем понимании пожарный – это кто тушит пожары. Знаю ли Валерия Живухина? Знаю, да. Мы тренировались в одном клубе несколько лет, много лет назад.
Кокляев тебя слил? Куда слил? Сашка, сделай р. На улице народ всегда на меня пялится. Смотря какой народ. Я, в общем, спокойно отношусь к народу. Так, где будем отдыхать? Там, где отдыхали, в Найнхарме. Считаю ли я себя мужиком? Нет, мужиком я себя не считаю. Мужики в деревне проживают. Так, ты раньше был лучше, но каждый вкус и цвет. Так, как быстро похудеть, смотрите у нас на канале. На позапрошлой неделе снимали. Ильдара Кибирова знал? По-моему, нет. Давно занимаюсь бодибилдингом, я им вообще не занимаюсь, а тренируюсь уже 20 с лишним лет. Телефон у меня H. Сколько тебе дали, когда поймали на продаже АС? Нисколько мне не дали. Так, кем ты себя считаешь? Человеком. По-моему, человек это и самое главное. Так, что так, сколько лет? Что ж такое-то у вас с вопросом? Чуть-чуть больше за 18. О, а что, мы уже практически покрасили одну ножку? Да. Отлично. А как на ваш канал выйти? Пишите на ютубе Саша Шпак или Александр Шпак. И я сразу в топе, сразу первый, так что вы все увидите. Почему детей не хотите? Потому что живем ради друг друга, и нам пока удобно и комфортно. А дальше посмотрим. Как хватает терпения отвечать на одни и те же глупые вопросы? Да, спокойно хватает терпения. Как учились в школе? Хорошо, мама с папой следили, чтобы я хорошо учился в школе. Зачем крашу ногти? Давайте я вам задам другой вопрос. Зачем не красить? Хотите написать мне в сообщении ваше логическое объяснение, почему не надо красить ногти? Так, когда в зал? Вот как раз через полтора часа уже клиенты, так что в зал. На глазах эта татуировка. Популярность поднимается. Да, собственно, есть такое дело. Буду ли качать грудь? Вчера качал. Ну, ты мужчина. Вот это уже более правильно. Да, я мужчина, но не мужик. На улицах часто узнают? Да, часто узнают. Подходит, фоткается. Кто-то автографы берет. Тоже интересно. Зачем люди автографы берут? Много ли считаешь? Сейчас уже немного. Антонио Стая вернулся? Да, уже 3 тренировки провел. Расскажи про смену татуировки на глазах. Чтобы поменять форму, нужно сначала выжечь ее лазером, либо можно это делать ремовером. Ну, соответственно, после этого можно сделать другую форму. Единственное, что татуировку с одного раза не выжечь. Либо 2, либо 3 раза. Так, о, мне 48 лет дали. Класс. Класс. Хорошо, не 68 пока, да? На спине есть тату, на всем теле у меня есть тату. Как зубы сделал? У стоматолога. Есть ли в вашей жизни смысл, ради чего вы живете? Не, я растение. Собственно, вот солнышко сейчас зайдет, меня потом польет, так потом и засохну. Конечно, есть. Так, зачем глаза забил? Не знаю даже, что вам ответить коротко для этого. Так, секс Energy Diet не звали. Что вы так все наблюдаете за Energy Diet? Как же хорошо, когда мало народа было в перископе, можно было пообщаться нормально. Да, сейчас тоже раз на раз не приходится, то по 3-4 тысячи человек заходит, то на самом деле там 100-150. Кавказцы ко мне никогда не лезли, потому что у меня среди кавказцев очень много хороших и верных друзей. Вот, к тому же только отребья и гопота начинает приставать, и то, как она начинает приставать. На улице у них это не получается, а в другом месте я не нахожусь. А нормальный человек ко мне не пойдет приставать. Так, так я собираюсь, ребят, на Кавказ. В Осетию, летом, к друзьям. Так что милости просим к нам в деревню. Классические татушки на ягодицах есть? А что, есть классические татушки для ягодиц? Покажите? Так, был ли в Дагестане? Нет. А, что жить надоело, это вы, собственно, к чему? Так, какой любимый бренд одежды? Честно говоря, не знаю, нету бренда такого. Так. Да, осетины сами такие же, они тебя примут. О, нормально. Пошли у нас тут такие общенародные национальные разборки. Вкратце о дневном рационе мати. Да я могу очень подробно рассказать о ее рационе. У нее с утра чай и булочка. С самого раннего утра до всего еще БЦА и водичка. Потом в течение дня 4 приема гречки по 30 граммов и курицы по 100 граммов. Собственно, вот так вот. Зачем банить идиотов? Идиоты нам делают просмотры, показывают другим, и, соответственно, так и растет популярность. На них она и растет. Так, показать бицепс. На, смотрите, это он.
Был ли у меня опыт с мужчинами? Нет, только тренировочный. Канал «Дневник хочу», знаешь, слышал. Рацион Ани. Аня сейчас очень плавно слезает с того рациона, который был, но, наверное, нам более подробно рассказывать потом. Не, в Дагестане меня не могут убить. Вы же сами прекрасно знаете, раз вы у нас горный житель, что если ты приезжаешь к одним определенным друзьям, то они тебя там везде и курируют. Так что проблем никаких не бывает. Так. Губы накачанные. Сергея Симонова, знаешь, слышал. Какие планы по развитию канала YouTube? Никаких. Он развивается автоматически и растет каждый день. Так что, в общем, все хорошо. Какая твоя любимая фраза или цитата? Их на самом деле достаточно много, чтобы выделить какую-то одну. Так. Почему не снимаюсь в кино? Потому что в русском кино денег не платят. Ну и на самом деле мне и так пока все хорошо. Почему Мася ест только гречку? Не только. Иногда дни бывают вообще разгрузочные, и тогда она ест салаты. Вот. Так, ну что, мальчики и девочки, мы уже закончили одну ножку. Сейчас я ее покажу. Выглядит она вот так вот. Вот, собственно, и весь педикюрчик. Собственно, вот так. Так. Мальчики, девочки, все. Всем спасибо. Всем пока. До следующих встреч. Увидимся. Пока. Давайте. Опа. Трансляция. Остановись. Не останавливается трансляция, вы представляете? Не хочет с вами прощаться. Вообще никак. Хе-хе.